Люди издавна хотели использовать магнетизм для левитации, парения в пространстве без опоры. Однако, если вы попробуете подвесить один постоянный магнит над другим, вам не удастся сделать так, чтобы он висел неподвижно. Равновесие магнита всегда будет неустойчивым. При малейшем отклонении он улетит в сторону. Физики долгое время считали, что подвесить магнит над системой других магнитов вообще невозможно. Однако в 1983 году американский изобретатель Рой Херриган придумал и запатентовал магнитный волчок, который благодаря своему вращению все-таки может висеть над другим магнитом. Возьмем основание от такого устройства. Это коробка, внутри которой находится большой магнит. Посмотрим, как он действует на небольшой пробный магнит, помещенный в прозрачную трубку. Если вывести пробный магнит из положения равновесия, он возвращается обратно. Теперь нажмем на него посильнее, а он взял и притянулся к коробке. Получается, что магнитное поле вблизи коробки направлено в другую сторону? Проверим это. Накроем перевернутый магнит трубкой и подведем к центру коробки. И в самом деле он приподнимается над коробкой на небольшую высоту. Посмотрим на картину магнитного поля с помощью плоского индикатора с железными стерженьками. Стерженьки выстроились вдоль линии магнитного поля. А когда индикатор проходит над центром коробки, самые близкие к центру стерженьки внезапно переворачиваются. Здесь поле имеет противоположное направление. Измерим магнитное поле на оси коробки с помощью датчика магнитного поля. Мы видим, что на некотором расстоянии от магнита поле обращается в ноль и меняет знак, потом достигает максимума и снова убывает с расстоянием. Область, в которой может висеть магнитный волчок, находится на оси над точкой максимума поля. Зависание волчка обеспечивается подбором его веса, чтобы сила отталкивания магнитов уравновешивала силу тяжести. При отклонении от положения равновесия ось вращающегося волчка за счет гироскопического эффекта продолжает смотреть вдоль магнитного поля. А магнитное поле вблизи точки равновесия устроено так, что потенциальная энергия волчка по всем направлениям увеличивается, так что волчок возвращается в исходное положение. И вот настало время для запуска волчка. Для этого надо выставить ось магнитного поля вертикально с помощью клиньев и подобрать вес волчка с точностью до 1%, добавляя к нему накладные кольца. Эта настройка требует большого терпения. Но когда вы все это сделаете, волчок обязательно полетит.